Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами следующий обзорчик на нового героя, нестандартный. Я ему не качаю специально, пока что не качаю прорыв. Почему, я вам потом покажу, точнее сейчас покажу и расскажу. Потому что этот герой имеет дофига уклонения, он уже 14-14, вот такая вот сборка у меня. Максимальная, то есть здесь по максимуму, так, на десятку поставить эту. Ну, басики с восьмеркой, десятку только сделал. Не ставил еще эту эмблема. Уже наконец-то начали ставиться. Суперсила. Плюс я добавил немножко уклона. Ну, доролил созвездия. В итоге, что у нас получается или получилось? 14. Ну, это супер супер питомцем. 14-230 уклонения. Плюс герой сам по себе накидывает на максималке на 14 скиллу 70% уклонения. То есть 14, я вам точно скажу, ну, берем в среднем 14 тысяч, да, это 9800 прибавка, плюс 14 тысяч, 24 тысячи уклонений у героя. 24 тысячи, ребят. И это еще не максимум, это не потолок, потому что здесь можно поменять, поставить изворот, там поставить кучу всего. Но даже так, 24 тысячи уклонений. И что я хочу сделать? За счет своего скилла я вам показал в тесте, герой реально очень круто выносит на подземках, вот даже если взять простую подземку. Единственное, чего он боится, отражалки и стана. У нас от отражалки стоит пидашка, от стана железка. И вот вуаля, что мы видим. Такая вот сборка героя дает возможность бегать на... Ну, вот, видите, немножко сносит, не хватает хп. Кстати, башня дамажит нехило, так я вам скажу. Плюс еще демоны по ходу. Что нам это дает? Эта сборка дает возможность бегать по подземкам без проблем. Если на 6, только что я вам показал, сносится, на 7 нету уже столько стрелковых башен, нету демонов, то есть здесь будет все намного проще. Ой, точнее, это 6. Шатают, надо выходить срочно отсюда. Очень много стрелковых башен они выносят. Вот 7 кошмарка. Здесь герой будет себя чувствовать просто как в масле, скажем так. Дамага дофига, один залп 25%, ребят. Это только один залп. Вот еще один 35%. Ну, в общем, по герою попасть нереально. Просто нереально. Они не заряжаются. То есть герой будет проходить кошмарки на ура. Для кошмарок это реально просто кайфовый герой, потому что куча иммунитета. Вот, я решил пройти 8 кошмарку, показать вам героя, что он может без прорыва. То есть без прорыва я специально его не прокачал. 25 тысяч уклонения практически. Без прорыва. Это просто жесть. Посмотрите, что делается на подземке. 8-1. Самое главное, чтобы нам хватило времени. 49%, 50%, ребят. 8-1 просто пройдено. Все, он соло шатает. Без проблем подземку. Не надо там супер-мега. Ну, понятно, прорыва качать не надо. То есть без прорыва он себе нормально себя чувствует. Вот, вот теперь это можно сказать, что это реально действительно очень крутой и хороший герой. Так, стрелок забирает энергию. Не понял прикола. Так, стоп. Energy Reduction Effects. Не понял, что за прикол. Давайте забежим на русский сервер. Вот этого я прикола что-то сейчас не понял. Что за хрень?
А, состояние бедствия. Все. Что-то думал, иммунитет к этому. Молчание состояния бедствия. Хотя Energy Reduction, энергия. Может быть, может быть. Ладно, поехали. Для этого у нас, в принципе, 8-1 мы прошли без проблем. Поехали на кошмарку 8-2. Это все кошмарки, вроде, казалось бы, такие прям мега-вау сложные. Но смотрите на вот это. 26%, 27%. Это герой без прорыва. Не на максималке. Только скилл, вот его скилл. Чего стоит только его скилл, вот реально. Да, видите, не набирает, не добирает. Но это не проблема, можно кинуть где-то дальше. Все-таки Махатма не дает набирать. Но он дамажит все равно. То есть тут без вариантов. Вся восьмая кошмарка проходит с одним героем без прорыва. Это реально очень круто. То есть это говорит о том, что герой реально мега имбовый. Зона, вопрос только единственная зона действия его скилла. То есть насколько я вижу, ну это не столь... Существенно можно с другой стороны кого-то другого докинуть, либо там еще что-то сделать. Эти бьет в одну зону все время. Не все так, кстати, просто, как видите. Дамажит чисто по демону. Странно. Вот 38% мы, походу, зависли. Я думаю, тут даже можно без супер питомца. Попробовать будет, правда, я не знаю. Наверное, там стычки его шатают сначала. Все-таки планение надо дофига. Так, 30%, 33%. Да, видите, он все-таки дамажит. Дамажит по демону. То есть 8-2. Как ни странно. Чисто по демону идет. Сейчас, наверное, его с этим вынесут просто нафиг. С кроликом. Не кажется, что. Сразу моментально улетит. Надо уклона побольше. Да, видите, улетает. Ну, можно, думаю, ловить удачу. Но видите, он биндуется на одного героя. То есть он будет бить только одного героя. Это очень странно, кстати. У него есть такое же, как у Фрей. По сути, героя с наименьшим типа хп или что, или на больше хп, у кого больше того он дамажит. В общем, тут непонятно немножко. Но я думаю, поиграться с высадкой, и это будет не проблема. Вот 40% уже. Ну, плюс у вас есть магия, можно магией добивать без проблем. Надо найти просто хорошую точку для высадки. Попробуем отсюда с угла. Да, без проблем тоже взять. 42%, 57%. С уголка надо было выкинуть. 8-3. Тут куча у нас отражалок. Куча всего. Но нам это, в принципе, не страшно вообще. То есть, настолько герой реально крутой. Без прорыва, ребят. Без прорыва он тащит. Это просто жесть уже. Насколько IGG у нас усилило героев.
конечно, такой вот дамаг по 14, это жесть. По ратуше. Ратуша у нас защита. Я тоже хочу такую защиту. Вот опять начали забирать энергию. Как видите, вот проблема со стрелком. Надо очень быстро все это решать. Ну, железка, она не вечная. Ну, для этого есть, в принципе, и другие герои. Ну, с магией можно пройти. Ну, это просто кайф. Без проблем можно ушатать там 10-20-30% зданий. Видите, здесь в центр бьет. Они нифига сделать не могут. В общем, это одна из проблемных таких, потому что здесь забора энергии очень много. Ну, если дальше будет этот смотр бить, собрать другого смотра, он стрелковый бьет, в принципе, это будет не проблема тоже. Где-то, опять же, надо сбоку попробовать зайти. Так, чтобы не всех потащить, а некоторых. Это надо поиграться. Я вам так в основном, в общем, показываю, что он может. Поехали дальше, посмотрим. 8-4. Здесь бьет рядом. Как видите, все, бьет центр. Ну, набивается просто налегке все. Да уж, IGG, конечно, постарались с героем. Единственное, чего он боится, это отражалка стан. Все. А так героя нереально просто попасть. 25 тысяч уклонений. Это просто жесть. Под скиллом на максималке там свыше 25к. А то можно и больше, даже до 30к собрать. Это нереальный герой. Его нереально будет убить. Просто жесть, ребят. И не надо здесь никакие там будут АЗ-шки там и прочее. Просто он на уклоне, по нему будет нереально попасть. А дамага у него дофигища. Так, поехали дальше. Это реально герой-убийца подземок. Тут без вопросов можно пройти по-быстрому. Там какие не можешь, взял этого героя и прошел соло, без прокачал там ему немножко скилл, прокачал, понятно, созвездие поставил, ну, суперпад здесь нужен однозначно, ну, у многих, кто имеет возможность взять этого героя, у него суперпад хоть один нормально прокачанный тоже есть, и все, и дальше себе просто бегаешь и развлекаешься по восьмой кошмарке, как хочешь. Ну, это надо сидеть просто и на каждой кошмарке сейчас вот это дротить. Я не хочу сидеть и выбивать по 50%, я просто вам показываю, что любая кошмарка его убить точно так же, как и других не могут, но от него пользы намного больше, он свободно шатает зонально, и это реально очень крутой герой для этой локации будет. Не будет, а он уже есть. То есть без проблем он набивает... Единственное то, что вот он бьет по одной зоне все время. Ну, это, в принципе, я думаю, не проблема. Есть для этого магия. Магия можно свободно подобивать то, что вам надо. То есть это я уже тоже вам показывал. Самое основное то, что он бьет без прорыва. Это самый, наверное, большой его плюс. То есть настолько... Дофига уклонения, что даже прорыв просто нафиг не нужен. Посмотрите, что герой. Просто рушит все здания, рушит все вокруг. Я представляю, что я буду с ним делать на битве гильдии. Это просто жесть. Не говоря уже про атаку фортов и остальные по локациям. В общем, ждите обзорчика на максималке по локациям. Теста уже такого более интересного. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.